холодной головой четко и быстро юноши и девушки преодолевали непростые испытания. Одно из таких – комбинированная пожарная эстафета. Здесь важна не только скорость, но и выносливость. Проверку на прочность школьники проходили в полевых условиях. Нужно было не только пройти полосу препятствий, справиться с поисково-спасательными работами, выполнить силовые упражнения, пробежать кросс по лесу, но и организовать собственный быт. Это стандартные условия прохождения соревнований в области безопасности жизнедеятельности. Чувством выполненного долга, новыми друзьями, плечом к плечу с товарищами, с улыбками на лице юноши и девушки принимали награды. По итогу соревнований отметили как командные, так и личные достижения участников. Надеемся, что опыт, знания и вообще время, проведенное здесь, вы будете вспоминать только с положительной стороны. Также определили абсолютного победителя среди 15 команд. Почетное золото забрали школьники из Саранской школы номер 8. Команда-победитель уже в июне представит Мордовию на межрегиональном этапе школы безопасности. Среди конкурентов – лучшие команды со всего Приволжья. Кристина Стомина, Народные новости, Большеберезняковский район.